На канале Бомиум сегодня выпуск посвящает муравьям. И рассказ. Ну, это у нас такая игра, которая называется Ants of Words, то есть в переводе муравьиный мир. Вот, смысл игры заключается в том, чтобы давить муравьев вот таких вот. Тут есть еще осы. Которые больно жалятся. Еще осы, которые больно жалятся. Да. Ну, Вика, дави. Есть она на планшетах и смартфонах. Вот. А есть такая компьютерная. Вот на ноутбуке. Есть даже осы, которые они больно жалятся. Ну, давай. Чего не ползут муравьи? А, так медленно. О, раздавили. Кстати, очень хороший такой тренажер, если что у кого-то есть дома муравьи и осы, можно тренироваться. Что тренироваться, муравьи? Что? Что? Мама, что за муравьи и осы? Это паразиты-вредители. О, давили, вон еще, дави. О, молодец. Ну, мы же хороших не даем. Домашние муравьи. О, осу трогатель. Это муху можно раздавить. Да, класс. Лови бонус. Вот мух я не видела, если честно. Бонус лови зелененький. Мамочка. А потому что ты мышку другую взяла, Вика. О. Всех победили. Вот. Муравьи и пчелы. И мухи. И мухи. А вот пчела. Вот нажми ради интереса. Короче, вот. Играем снова. Что тут есть? Короче, такая добрая, поучительная игра.